Народная артистка СССР, Халык Кахармане, Роза Багланова. Желаю вам удачи, счастья, чтобы вы были символом нашей песни. Именем Баглановой, может быть, всплывает сразу исполнение знаменитой песни «Ахсамара городок». Мы знаем, что на декадах казахстанского искусства в Москве, в Большом театре, вот в свое время наш известный секретарь, первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев, можно сказать, чуть ли не выпал из балкона, из ложи, аплодируя ей за ее прекрасное исполнение вот как раз русских народных песен. Мой самый замечательный советский народ, моя прекрасная республика, мой народ, большое вам спасибо за то, что вы такие добрые. Я делаю перед вами низкий поклон, пока бьется моей груди сердце мое, я не перестану служить вам. Кадрлы достарым, хурметтеріңізге бүтілкен рахмет. Менің байтақ отаным, ардақты менің Қазақстаным, менің халқым. Мен сіздерден садаға болайын. Мың қатте рахмет. Жүрмесің жарқыным аяй. Вот, Аже, принесла. Спасибо тебе, родная. Твой голосочек как ручеек. Ты пой. Пой, чтобы не только я слышала, чтобы весь народ тебя слышал. И вся страна. Поняла? Ладно, Аже. Вардочили Шиты без тебя Я полетит Тобою небо я поверну бы час назад И сказав бы так Я люблю только тебе Богом дано мені Моє серце палає у вогні, що ти дала мені, Богом дана одна, моя любітко кохана. Варто чи ні, жити лиш скатка, Вспомини сны, сколько
голоду в жар, з подихом пил, я поверну би час назад. І повторив би так, я люблю тільки тебе, Богом дано мені, моє серце воно. Я люблю тебя.